Общественную палату Ульяновской области ждет перезагрузка. Новый состав организации собрался на свое первое заседание. В центре повестки – выбор руководства. Председателем общественной палаты избрана Наталья Томарова. В прежнем составе палаты она возглавляла комиссию поддержки семьи, материнства и детства. За нее отдано 50 голосов. Пятеро участников воздержались. Я считаю, что наша региональная Ульяновская общественная палата уже состоялась как независимый институт гражданского общества, который отличается от органов власти и является коммуникатором между гражданским населением и властью Ульяновской области. Вместе с председателем были избраны 5 заместителей и руководитель 12 комиссий. На первое заседание приехал губернатор Сергей Морозов. Глава области поблагодарил прежний состав палаты и обозначил важнейшие задачи, которые стоят перед новым составом. Считаю, что нам удалось сформировать весьма качественный состав 7-го состава общественной палаты области. Вы все, уважаемые друзья, являетесь наиболее авторитетными, компетентными и активными представителями сферы гражданского общества в нашем регионе. Широко и ярко представлен сектор социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских организаций. Роль социально ориентированных некоммерческих организаций должна повышаться и далее, отметил губернатор. Здесь важную роль должен играть Центр развития НКО при общественной палате. А сами некоммерческие организации будут активнее включаться в выполнение социальных проектов. Большие возможности и перспективы видят в таком взаимодействии сами добровольцы. Раньше мы были сосредоточены только на животных, но теперь, работая в рамках общественности, мы можем расширить круг решаемых задач. Например, мы можем привлекать к участию в этой деятельности пожилых людей, детей, которые имеют проблемы с воспитанием. Еще одно направление заключается в развитии связи с муниципальными образованиями. Работать нужно, подчеркнул губернатор, не только с администрациями, но и с общественными организациями. Район области широко представлен в новом составе палаты. Большое внимание уделяли строительству дороги, школьным маршрутам, школьному обучению, здравоохранению. Выносили, люди часто обращались, мы выносили свои проблемы на более высокий уровень, решались проблемы с помощью губернатора Сергея Ивановича, доходили до него. Ну, в общем, так сказать, что вначале у нас и общественные палаты – это как аккумулирующие областные. Мы доносим до них, а они нам помогают решению наших местных проблем. Большие надежды на новый состав общественной палаты возлагают федеральные коллеги. Нынешний состав общественной палаты, я думаю, что будет еще гораздо активнее и интереснее предыдущего, потому что, посмотрев состав, я был приятно удивлен. Вот не так много, мы стремимся к этому, но, к сожалению, не так много общественных палат действительно собирают вот всех основных или очень многих основных лидеров общественного мнения. Определяться основными направлениями работы будут уже на следующем заседании. Тогда и станет понятно, по каким параметрам пройдет перезагрузка общественной палаты. Егор Титов, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.